В магазине 30 лет назад. У вас есть мясо? Нет, мяса нет. А рыба есть? Нет, рыбы тоже нет. А колбаса? Колбасы нет. А сыр есть? Нет, сыра тоже нет. А что у вас есть? Сахар, рис, чай, хлеб. Все есть. Странно. А ваш директор, мой друг Владимир Владимирович, сказал, что у вас есть мясо, рыба, колбаса и сыр. Директор сказал: «Да, у нас есть мясо, рыба, колбаса и сыр. Икра тоже есть, красная и черная. Еще у нас есть оливки и креветки. Сколько вы хотите?»